Позови к нам яблочко, новогодних героев известных. Да покажи-ка нам новогоднюю сказку интересную. Ученики 7 А-класса приготовили для всей школы настоящий подарок – спектакль «Новогодний переполох». Классный руководитель Ирина Васильевна Ильченко еще осенью начала писать сценарий специально для своего класса, связав в одну большую сказку несколько сказочных героев. Ребята с радостью откликнулись перевоплотиться каждый в своего героя. Благодаря этому спектаклю мы сближаемся как коллектив. Очень много эмоций от этого получаешь, когда участвуешь в этом спектакле. Очень много положительных эмоций. Удовольствие, да. Много хороших костюмов, много эффектов. Да, общим делом занимаемся, мы больше времени проводим вместе. Это все благодаря Ирине Васильевне, ее и на режиссерскому таланту. Мы развиваем и актерские навыки, и мы всем своим коллективом это делаем. Так что и не скучно, и интересно. Я горжусь, например, своим коллективом. Я переживаю за каждого актера, который играет, как он сыграет, как споет. Мы еще дарим каждому человеку, и тот, кто выступает, и тот, кто смотрит, каждому праздник. Мне кажется, в первую очередь мы можем показать себя и посмеяться над другими, но в первую очередь над самим собой. Да. Мы очень долго репетировали, и в итоге все получилось очень хорошо. Мы принесли много позитива и самое главное, новогоднее настроение. На сцене разворачивались интересные события, не лишенные юмора. Декорации и костюмы юные артисты делали сами вместе с классным руководителем и родителями. Спасибо маме с папой, то, что поддержали. То, что мама сделала такой костюм хороший. Бабушка с дедушкой то, что тоже поддержали. Каждый персонаж сказки был уникальный. Ребята, как настоящие артисты, вживались в роль. Как могу я устоять? Вот это я понимаю. 100 лет ухаживал, через 200 лет после знакомства предложение делал. В спектакле пригодились все таланты школьников. Это и артистизм, умение петь и танцевать. Второй год подряд 7 А радует свою школу новогодним спектаклем. И причин на самом деле для этого много. Я хочу сказать, что Новый год – это семейный праздник. А у нас в школе одна большая семья. А в семье принято делать подарки. Поэтому мы уже второй год делаем нашей школьной семье подарок в виде спектакля. Это дает нам возможность найти общий язык, найти общие интересы, показать, на что способны наши дети, чего они достигли за следующий учебный год. И способствует вот тому, чтобы мы сплотились все больше и больше. Это отмечают и родители, и учителя, и сами дети. Я думаю, что при изготовлении костюмов наши дети еще больше сблизились со своими родителями, потому что у них было время и обсудить, и поговорить, и порадоваться. Поэтому я думаю, что это идет на пользу всем нам. Тем более, что мы сдружились и с 11-классником, который у нас второй год работает Дедом Морозом. И из него получился замечательный Дед Мороз. И он, ребят, теперь знает, и мы его знаем, и у нас все вместе. Я желаю всем счастья, здоровья, успехов в личной жизни и вообще успехов в работе, чтобы следующий год, 15-й, принес всем только счастья, положительных эмоций. Поздравляю всех с наступающим Новым годом и с наступающим Рождеством.